Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я владелец бассейна «Адмирал Пул». Дети любят плавать. Начинали с надувных бассейнов, закончили каркасными. Сначала 3 метра, потом 5 метров. Но потом пришли вот к такому выбору большого уже стационарного бассейна. Почему мы решили приобрести бассейн? Ну, потому что мы все очень любим плавать. Вот все, с детства. Мы все, в общем-то, достаточно такие водолюбивые. Поэтому мы вот решили, что нам нужен бассейн. В итоге у нас такая мечта случилась, которую, в принципе, вот мы и осуществили. Ну, когда на даче каждый день вода прогревается, он подключен к котельной, к газу, поэтому мы ему ночью не даем остывать. Утро начинается, с утра встал, вышел, сразу нырнул, проплыл, и дальше потом завтрак, кофе, все отлично. У нас много детей, детей-родственников, друзей детей, и, в общем-то, у них это фишечка, куда они приезжают, купаются, в Инстаграм выставляют. Даже в прошлом году они приезжали, они ставили вот там палатку и ночевали рядом с бассейном. Они включали подсветку, и они всю ночь там ходили, купались. Не, сразу решил композитно. Бетонный дорого, затратно, ну не очень удобно. Почему выбрали Адмирал Пулс? Приехали, посмотрели, понравилось. Потому что надежный. Мы присматривались. Один год, другой. Понравилось. Да я вижу только плюсы. В принципе, минусов-то таких, ну, нет. Только плюсы. Да мы практически не чистим. У нас робот чистит его. Пылесос подводный. А так только химию засыпаем. И добавляя воду, вода испаряется. Так мы его не накрываем, он постоянно у нас открытый. С ранней весны и до поздней осени. Хотелось, чтобы что-то играло на солнце. Когда солнце светит, лучи. Как бы, чтобы такой искрящийся был. Вообще отлично. С 17 года, вот зимой, это уже 5-й год. Ребята очень обязательные. Всегда вот договорились, приехали вовремя, все законсервировали, все объясняют, как что можно сделать, что нужно для очистки. Все хорошо, мы с ними очень хорошо подружились. Мы им всем рекомендуем, всегда. Все, кто к нам приезжает, мы говорим, вот никогда не пожалеете. Будете получать удовольствие, а в пандемию так это просто находка. Пожелать я могу, чтобы они приобретали, получали как можно больше удовольствия от покупки. Он именно для удовольствия. Всем друзьям и просто хорошим людям я рекомендую покупать композитные бассейны у Адмирал Пулс. Сейчас, если честно, уже научившись обращаться с 10-метровочкой, я на самом деле, наверное, на 14 метров бы замахнулась. Но если у меня случится еще один дачный участок, то там будет обязательно уже 14 метров.